Давайте. Ну, поехали. Не, мы ему потом нальем, а то у него руки будут. Дорожать. Давайте, давайте. Подождем Борю, вот он шляп. Ты снимаешь уже, да? Вот Боря, о, Боря великолепно выглядит, все, наконец. Господа. Как надо, да. Юра. Господа приглашенные. Он такой несет. Ну, бывает, бывает. Ну, что же сделаешь, бывает. Приходят так же. Все, девушки сидят, мужчины встают, да. Ну, поверни задом, сюда. Ну покажи, что у тебя здесь. Смотри в нем. Слушай, красная. Слушай, за здоровье. Видео снимаем вообще-то. Александра Игоревича Травина. Великого человека современности. Творца. Рюрикович. Александра Юрьевича. Из рода Рюриковича. Давайте. Хорошо. С днем рождения. С днем рождения. Ну так вот, да, вот родился, так вот, так получилось просто. Я не виноват в этом, да. Зачитываю. Это же как Андрей Миронов. Все, выпивай. В 41 году праздник 80 годов. Да, ясно. Где написано с праздником 8 марта. 8 марта. Праздник нашего друга. Он родился в этот день. Международный женский день. Он не хотел этого. Это получилось совершенно случайно. У его мамы. Ну, по этому поводу я написал вот такое стихотворение. Рассчитала. Угораздило родиться. Вот теперь летай, как птица, между женских праздников. Воспевай проказников и проказниц ублажай. Счастья, здравия желай. О себе ты позабудь. Освещаем счастье путь. Подписались Рудольф и Александра. Так что вот официально. Все. Вручай все. Ему все. От правкома нашей организации часы, которые он может, золотые. Которые он может носить до скончания века. Саша, возьми часы. А, золотые. Ух ты! А куда поставить? Куда? Оставь обратно. Да, золотые, все. Я-то верю. Это здорово, да. Смотри, что меня ограбили. Ну, я буду стараться. Называется «Светогорские былинки». Я тебе хочу ее подарить в твой день рождения, пожелать удачи, а дарственный экспромт тебе я написал такой, 4 строчки. Гению видеокадра Саше Травину. За тебя Россия рада. Труд твой праведный. Супер, супер. И, дорогой мой Саша, с днем рождения тебя, успехов в жизни, а главное здоровья. Смотри страницу 180. Давай, откроем, да, посмотрим, что там. А, и потом включим тогда. Все, и тогда мы же хотели включить, давай, потом включим. Ага. Давай. Тут я тебе пишу, да. Ты мне написал, записал видеоклип на тему «Караван», которую я с детства, не с детства, со студенчества любил. Не пошли, все, пожалуйста, не пошли. Да. В общем, а Саша это воплотил в жизнь. На выход видеоклипа «Караван» Александру Игоревичу Травину, другу. В студенчестве еще мечтал воспеть в стихах верблюжий стан. И вот мой судный день настал. Звучит в ютубе «Караван». В душе моей переполох. Не знал, что в Феб земной мой ты. Маэстро, ролик ваш неплох. Вы гений видео мечты. Ну, это вам. Спасибо, Володенька, спасибо большое. Шагай вперед, мой караван. Да нет, надо выпить, ребята. Нет, Саша, нет, я самогона. Вы знаете, я хочу... Послушай внимательно. Ты не понимаешь этого, ты не можешь понять этого. Вот у человека... Вы знаете, вот у Рудика была мечта, вы знаете, у него с детства была мечта, он хотел... записывать музыку хотел, и он не мог этого делать, ты понимаешь? Человек осуществил свою мечту, он специально, он был вынужден, его еще 2 года отсидел за это, 2 года отсидел за записи тогда. Ну, Дима, а так было время такое, вот, он тебе, вот, нельзя, вот первые, на костях это его пленки были, когда на костях первые записи, 2 года отсидел. У Володи мечта была, понимаешь, что человека мечта есть сам, он вот этот Караван хотел, он же мне говорил постоянно, понимаешь, и над этим нельзя смеяться, это очень серьезная вещь. Я смеялся. Свою, как я вижу, пустые. Да, и мы это сделали. Давайте покажу, я сейчас Караван тогда покажу, то, что мы сделали с Володей. Тут сейчас книгу еще будет. Я хочу Родику вручить книгу. Да, снимаем. Давайте, я сажусь. Сашенька, мой любимый милый человек, творец, за что я тебя ценю, люблю и уважаю. Но я еще не менее ценю, люблю и боготворю Рудольфа Израильевича Фукса. Если кто не знает, этот человек из студента Лесотехнической Академии Аркадия Звездина Северного сделал всемирно известного певца русскоязычного Аркадия Северного. Честь ему и хвала. Его доченька, Сашенька, присутствует и сидит рядом с папой. И я вот им дарю книжку «Светогорские былинки». Свою. Вышла она в декабре. Авторскую, да. Да, моя книга. И с таким дарственным экспромтом. Фукс Аркадия, отец, Северного. Всем ясно. Он теперь музей-дворец сотворил певцу прекрасный. Здравия, Рудольф, тебе, северный твой Феб в судьбе. Спасибо. Счастье Саше, дочке, родилась в сорочке. Ну, потому что такой папа, и такой музей. Ну, правильно. Все, и я сейчас покажу клип тогда, вот, который он написал Аркадию Северному, да? Я хочу добавить немножко к фамилии нашего именинника, Травин. Вы знаете, откуда она произошла? Она произошла от морского слова «травить». Травить не просто болтать. Трава. Травить конец, пускать его в море. Абсолютно неправильно. Я еще абсолютно не... Нет, это шутливое. На самом деле все не так. Я вам рассказываю, чтобы вы знали вообще. Люди, ну зачем ты говоришь, что ты сочиняешь? Ну шутка. Когда была кошка, собака и трава тогда была. Трава, вот самый первый Рюрикович, когда были. Вот помните, когда был кошка, собака, это... Ну, если вы историю читали, и трава был, да. Все мои однофамильцы, это Пырьевы, Осокины, это везде, это в интернете вы найдете, Пырьевы, Осокины, дальше это, и все, это колоссальное количество Травина, колоссальное, но я настоящий Травин, то есть у меня прямо Травин оттуда. Ну, замечательно. У меня в роду где-то, вот Леня сегодня звонил, мой племянник, дело в том, что на самом деле мой прапрапрадед основал Симбирск, это воевода Лев Травин, Это, ребята, это у меня все дерево есть, все дерево от начала до конца есть. Я говорю, да, воевода был Лев Травин. Но, ведь, вы понимаете, и, кстати, более того, Ермак считается. Ермак, на самом деле, нет, Лев Травин, оказывается. Но по большому счету, Рудик, по большому счету, я не люблю этого, я объясню почему. Потому что, говорят, Россия всегда была миролюбива, она никогда ничего не завоевывала. Всю Сибирь завоевали, по сути дела. Завоевали все-таки, Сибирь-то завоевали, потому что шли, ну они жили так же, как в Америке жили, вот эти самые индейцы, пришли вот испанцы, там американцы, завоевали они. И Россия завоевала вот практически весь этот... Вам никогда не приходило в голову, ребята, а почему Сахалин-то наш? Никогда не приходил в голову, нет? Ведь Сахалин рядом с Японией. А как вы думаете, почему там Сахалин наш, а они японские вообще? Никто не приходил в голову. Говори, не интригуй. Нет? А надо Чехова читать. Когда я прочитал Чехова «Остров Сахалин», это Чехов пишет, тогда я понял. Дело в том, что в Японии шикарный климат. В Японии пальмы растут. А на Сахалине ужасная погода. Ужасная. Там чуть-чуть севернее ужасная. Японцам не надо вот эта самая погода ужасная. И поэтому туда, на Сахалин, ссылали. Всех ссылали туда убийц. Кстати... Лев Толстой писал самое, что когда в 1980 году не могли найти палача, не могли в России найти, никто не соглашался на роль палача. Володя, сейчас я договорюсь, секундочку. Не могли найти на роль палача никого. Что с ними делали? Я вам, ребята, рассказываю. Это все у Чехова написано. В лагере они сидят. Во-первых, с острова никуда не уплывешь. До берега далеко. И ему одевали, они были на свободе, люди были на свободе, ему одевали колодку 20 килограмм такую. Он отползет где-то там, где-то на 200 метров от лагеря. Но зато человек был под солнышком, он смотрел на звезды. Поймите, ребята, поймите правильно, что такое наказание. Вот, и что... Это в России не было, казней не было. Это было почти больше 100 лет назад. Не было казней. Не хочу много говорить вам. Короче, надо вот читать. Много написано у Толстого. Потрясающе, надо читать. И последнее, что хочу сказать, коли вы уж ко мне собрались, вы знаете, я все-таки сделал фильм, у меня фильм здесь вот, я его опубликовал, фильм про Рюриковича. Я смотрел. Я хочу... Глубоко роешь, хорошо. Да не то, что... Дело в том, что там, его слова ни одного нет. Там одни документы. Ты читаешь документы. Я читаю документы, начиная с самоповести временных лет, Ломоносовым, потом дальше Татищев и так далее. Потому что современные... Молодец, Саша. Я посмотрел, Володя, я посмотрел вот нашего Мединского, министра культуры, посмотрел его. Ты извини меня. А там у него каждая страница по 5 слов пиар, пиар, пиар. Я не понимаю, что такое пиар. Я не понимаю, что такое слово пиар. Я понимаю, и мне когда говорят, вы знаете, во все времена историки врали все, ничего подобного, Ломоносов никогда не врал. Люди эти не врали, Татищев 35 лет посвятил истории, история есть история. Я никогда врать не буду. И вы знаете, самое страшное в этой жизни это вранье, ложь. А кто сказал пиар, пиар, пиар? У Мединского вся диссертация, ты посмотри, у Мединского вся диссертация, на каждой странице по 3 слова пиар. Эту тему вылетает. Это наш министр культуры, чтобы ты знал, да, вот и все, да. Извините, ради бога, я завел. Холменко, я хочу подарить ответно, значит, копию из книги вот, «Песни борьбы» 1906 года. Это одна из песен о Степане Разине. Есть на Волге утес, где мохом порос. Но чтобы он спел. Чем она отличается от теперешней, когда поют из нее только 4 или 5 куплетов. Здесь 16 с лишним куплетов. Эту песню надо возродить, как она была написана. Поэтому у нас единственный человек, кто может спеть баритоном, господин Холменко. Я ему дарю вот эту вот песню с тем, чтобы он, может быть, даже к нашей будущей встрече смог ее подготовить. Я ее пел когда-то. Да, но тем более, прочитай и найди. Есть на Волге утес, диким мохом оброс, он с боков от вершины до края. И стоит, и так далее. Да, весь текст исключительно интересный. Спасибо. Хорошо, он просто утрачен. Хорошо. При советской власти он был уничтожен. Спасибо. А вот здесь он, слава богу, в нашем клубе неформальной песни он будет восстановлен. И это наша одной из задач – восстанавливать и хранить народные песни, чтобы будущие поколения их помнили и любили. Я заранее тебе благодарен. Рудик, это сделаешь. Спасибо тебе, дорогой. Да. Большую басню прочитал, которая будет задевать немножко нас всех. Песни борьбы. Я когда-то написал такой маленький стишок. Борьба борьбуется с борьбою. И я борюсь с самим собой. И дописал не так давно. И как бы, братцы, не боролся, на те же грабли напоролся. Так что вот, господа, боритесь-то боритесь, но на те же грабли не напоритесь. Давайте выпьем за это. Да ну, слушай, да нет, какие там грабли, нет. О чем ты говоришь? Сейчас я принесу французский настоящий коньяк, чтобы вы видели настоящий коньяк. А сейчас пока старая белорусская водка. Что? Французский коньяк настоящий. Сейчас принесу настоящий французский коньяк, да, конечно. Сгодно, да? Да, а мы так живем, только так живем. Это чисто хорошее. Нет, ручки. Да, 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 да. Ну, я да, так прямо, у меня нос красный, слушай, я вырезаю туда, ну, сейчас буду прямо так камеру-то говорить. Ладно. Значит, батька прислал нам порцию старобелорусской водки. Вот послушай, а ты знаешь, что Боря Виноградов, из Беларуси или нет? Западной Белоруссии. Ну, вот батька и прислал, наверное. Он знал, что, наверное... Твой батька прислал, Боря. Батька белорусский прислал старобелорусскую водку на твой день рождения, зная, что тут будет присутствовать Борис Виноградов. Понятно. Давайте. Ну, вот так вот. Опа! Давайте так, давайте. Ну вот, ну что же, кого-то мы еще не включили из наших авторов. Ну Володя не включили еще. Володя не включили, где ты поешь, там-то ты поешь живьем, а там не надо. Давайте лучше поговорим. Мне отец под Михелевым, там горки, академия. Ну ладно. Это на пути на Климовиче. Посередине от Орши. Далеко от Орши. Да, от Орши там прямая идет. Далеко от Могилева горки. Я всех приглашаю, если кто меня видит, всех приглашаю. Это единственное только, ребята, я приглашаю всех на Ладогу еще раз. Говорю, но здесь есть такая вообще проблема возникла. У меня телефон-то полетел. Нет, а Торши... Я же, помните, вас хотели, а у меня нет, Юрий, позвонить как? Ну, ребят, на Ладогу, если кто хочет ехать, надо иметь палатку свою вообще. Хотя бы палатку. Спальник, что там же холодно вообще-то, понимаете? Александр, Александр. Слушай, у тебя есть знакомые какие, которые байдарочные? Боря, помолчи, пожалуйста. Потом скажу. Господа. Да что, красиво. Известно. Две песни. У меня таких много видел, кстати. Саша, тише. Человек. Степане Тимофеевиче Разине. Первое. Про сурги, которые выплывают, и он там где-то бросает княжну. Вторая. Есть на Волге утес. Так вот, настоящий текст вот это «Есть на Волге утес» с надеждой, что он будет исполнен правильно, как в этой книге «Песни борьбы» 1906 года, отсюда скопировано. Я дарю Владимиру Холменко с надеждой, что он исполнит ее для нашего общего удовольствия. Спасибо, мой дорогой. А можно подержать в руках? Давай. Снежная замять крутит бойко, по полю мчится чужая тройка, мчится на тройке чужая младость. Где мое счастье? Где моя радость? Все укатилось под вихрем бойким, вот на такой же бешеной тройке. Эй, вы сани, а кони, видно, черт их на землю принес. В залихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слез. Пой, ямщик, в перекор этой ночи. Хочешь, сам я тебе подпою про веселые девичьи очи, про веселую юность мою. Эх, бывало, заломишь шапку, да заложишь в оглобли коня, да приляжешь на сено охапку, вспоминая лишь, как звали меня и откуда бралась осанка, а в полуночную тишину разговорчивая итальянка уговаривала не одну. Все прошло. Поредел мой волос. Конь издох. Опустел наш двор. Потеряла итальянка голос, разучившись вести разговор. Но и все же душа не остыла, ей приятный снег и мороз, потому что над всем, что было, колокольчик хохочет до слез. Я это прочту как стихи. Это отдельно надо снимать. Называется «Гимн министрелей». Мы барды министрели, акыны и ашуги. Мы песнями взлетели, вздымая крылья руки. Мы шансонье, мы сингеры, мы скальды мини-зингеры, мы песенки из сердца и для души поем. Наш дедушка Вертинский с талантом исполинским. На сцену выходил он в костюме от Пьеро, и публике скотине, как в доброй коломбине, он песенки из сердца выкидывал хитро. Но дедушка уехал и песни взял с собою. И 30 лет по свету мотался он в тоске, а песни прилетали с надеждой и мольбою на дисках колумбийских и радиоволне. Вернуться так хотелось, хоть дома плохо пелось, а если где и пелось, то только не для нас. Нужна для песен смелость, нужна для песен смелость, нужна для песен смелость и ясный звонкий глаз. Так не откажем славе Булату Акуджаве, ведь должен кто-то стаду дорогу указать. Он вышел на эстраду, он вышел на эстраду, он вышел на эстраду стихи свои страдать. Гитары, переборы, рома ломают все запоры, и если не печатать стихи, их будут петь. Не будем мысли прятать, не будем мысли прятать, не будем мысли прятать, чтоб голову жалеть. Пусть этот славный парень навеки будет с нами. Высоцкому Володе воздвигли монумент. Он вечно будет в моде. Он вечно будет в моде. Он вечно будет в море. Покуда жив в народе хотя бы один поэт. Нет, мы не трубадуры. И нас не любят дуры. Для тех, кто поумнее, и тем, кто совесть есть, возник среди листалищ наш Александр Галич. Возник, чтобы в Париже за правду умереть. Мы барды министрели, акыны и ашуги. Мы песнями взлетели, вздымая крылья руки. Мы шансонье, мы сингеры, мы скальдами зингеры, мы песенки из сердца и для души поем. И будем петь. Концерты домой. Ну, да. Сотен машин и прохожих. И думал, и думал о даме одной, во всем других не похожей. Я видел ее мельком несколько раз, но времени явно хватило, чтобы прелесть ее удивительных глаз влюбиться с неистовой силой. И вдруг в автопробке увидел его, и сжалось сердечко до скрипа. Княжной восседала она за рулем вальяжного черного джипа. Я даже не думал, была, не была, но с ней оказался я рядом. Она на меня сквозь прозрачное стекла скользнула невидящим взглядом. А я говорил, нет, я даже запел, что нет мне дороги обратно. Только она, мой покой, мой удел, и взору, и сердцу приятно. Я пел за пальчик на милой руке, я жизнь положу без оглядки. Тут дама порылась в своем кошельке и мне протянула 10. И город исчез, и светило зашло. Я видел развалины Рима. А дама подняла машину стекло, медленно двинулась мимо. Я несколько дней провалялся без сил. Мне не было света в округе. А после стишок вот такой сочинил. И вам прочитал на досуге. Ты пыхался в людских объятиях. Вот Суворов, да, вы придете. Извини, это идея вот какая. Мистификации. А мистика от души — это книжка, которую я тебе подарил. Нет, 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 я сейчас не про это. Про мистифика, про Северного. И дело в том, что про Северного реально Дима знает и не знает. И кто? Ты знаешь, Игорь, нет? Нет. Ну как же, ну вот Аркадий Северный же... На самом деле, я, конечно, с детства все эти песни знаю вообще. Я же, почему говорю, я просто, ну, как-то не особенно обращал внимание, потому что, извините, когда одновременно Битлз, там, Роллинг Стоун, это же, ребята, это же супер музыка. Ну, хорошо, но я как-то пропускал мимо ушей. Но я четко помню, это было всегда, когда появляется какой-то человек, и он начинает... Вот я недавно приехал с Магадана, там, я приехал из Парижа, никогда... Ну, я-то с Голливуда, Мы продолжили твою идею, я тебе рассказываю. Я при вас рассказываю, Рудик, я при вас рассказываю. Мы буквально начали. Чего запись? Чтобы послушали и поняли, о чем ты разговариваешь. Какую запись? Ну, где она поет. Ну, то есть, ну, пожалуйста, даже о чем я говорю. Включи, я тебе говорю, включи. Ну, ладно. Саш. Мне все равно, что моделировать на самом деле. Это компьютерная программа, да. Мне все равно, что моделировать. Чтобы он тебя смоделировал. Мне все равно, что моделировать, я говорю, да. Не нужно ее... Она даже на себя не будет похожа, мне все равно. Но самая мистификация — это самая интересная мистификация. В этой шляпке. Нет, шляпка такая не получится, уже будет другая шляпка. Ну, сейчас я включу. Да, поставь, пожалуйста. Ребята, это не уходят. Вы не совсем... Я еще раз, последний четверостишие очень важно, я говорю, очень важно для любого человека, любого возраста, я еще раз говорю. Я повторяю, почему, я объясняю. Я эту вещь твою раз 15-20... Ну, они-то, это ты въехал, они-то не въехали все остальные. Ну, едут, покрутят. Объяснять не надо, ладно. Они это уходят, поставь танго Варшавского вокзала. Хорошо, хорошо. Там яло моё. Пел небесный Вертинский, с перманталом разлучало, словно слунного гиста, в честь вернувшейся равным. Пел вселенский Вертинский. Шикарный кадр. Кисов, Сашина находка. Сашина находка. Супер, знаешь. Пел небесный Вертинский, с неба танго звучало, словно слунного виска, в честь вернувшейся Аллы. Пел вселенский Вертинский вечер, где что шумная площадь, ресторанная зала, нет варшавского больше, в Петербурге вокзала, где что шумная площадь, ресторанная зала, нет варшавского больше, ни одного вокзала. Сейчас Рудик уже уходит, Сашка, вот уже они уже... Не знаю, когда у меня получится, но будем надеяться. Ну, с дочкой, вот, да. Сашенька, это для тебя. Как тебя отчество? Рудольф, да? Правильно, вот Рудольф. Закрой окно. Давай поговорим. Ну давай, заскакивай, пожалуйста. Ведь мы давно одной мечтой горим. Горим одной мечтой. Давай включим клип тогда, Рудик, включим клип тогда. Мечтаем мы с тобой полночи до зари. Сейчас Мороза хочет. Твоя мечта всю жизнь тебя ведет. Моя мечта всю жизнь меня гнетет. Твоя мечта с тобой, с моей мечтой другой. Где-то счастливо живет. Вот такая биги была. В ее огромных голубых глазах, в ее как ночь печальных волосах моя мечта живет и лишь со мной умрет, как дьявол в небесах. Куда-нибудь. Она из песни вновь ушла в мечту. И опять один по ней приду. Пусть брещет огонек, пусть я одинок. Я вновь ее найду. Закрой окно. Давай погороним. Ведь мы давно одной мечтой горим. Горим одной мечтой. Мечтаем мы с тобой с полночи до зари. Ну, я включаю клип. Это что-то Лермонтов шотландский такой вот. Давай, давайте, давайте. С полночи до зари. Моя мечта всю жизнь тебя ведет. Моя мечта всю жизнь меня ведет. Твоя мечта с тобой всю. Где-то счастье живет, где-то счастье живет. Спой, спой, Годик, спой. Как автор тебя снимает, на камеру давай. Давай. Спой, спой. Печальный голос. Моя мечта живет со мной и умрет, как дьявол в небесах, как дьявол в небесах, как дьявол в небесах. Она из песни вновь ушла. Они полюбили. Па-па-па-па-па-па. Побежит огонек и ночи одино. Я вновь ее найду. Па-па-па-па-па-па. Я вновь ее найду. Да-па-па-па. Он наоборот украшает. Вновь ее найду. Па-па. Это Рудольф Фукс. Ну все. Забирай свой продукт. Понимаешь, вот каждый делает... Это Рудольф Фукс, который сделал Аркадия Северного тем певцом и человеком, которого мы все с вами помним, знаем. Его Господь а сделал. Ты его вывел на песенную стезю. Да, ну, ты помог ему, Рудик, ты помог ему, ты помог ему. Потому что ты нашел эту звезду, певческую. Их мало, их больше не будет таких, как вот это. Нет, как Северный не будет, это точно. Да. За столько лет, как он ушел, покойно, никто не появился близко даже, близко не подошел. Вот за это честь тебе и хвала. Потрясающе. Спасибо, что вы пришли. Я вас люблю. Я люблю вас. Саша, хозяину Саши Травину. Ну ладно, что-то. Ну все. Рудольф. Я вас всех надеюсь видеть. Удачи и до встречи. Воскресенье всех. Папе я обязательно, надо ему сделать 2 часа дня. А, 2 часа дня. Сделаю. Ну тогда, может, я еще к 5 успею книжку написать. Значит, 2 часа дня все, как штырь. А может, давай в час? Ну, давай в час. Приезжай в час. Спасибо. Ага. Приятно было познакомиться. Ага. Ты будешь? Ну да. Найди мне страховой телефон. Горек, я просто, понимаешь, пойми правильно, я все люблю сам снимать. Ага. Я специально привезу туда клавиши, я хочу поиграть, ну чтобы, ну, я, ну, хотя бы на память остался, понимаешь? Вот. Потом я сам тебя сниму, потом я, ну, интересно просто, очень. 21 939. Ну вот так вот, ладно. 90. Сейчас ничего, сейчас Морозов приедет, сейчас. Ну хорошо. Ну я посмотрел, да. Я помню, как их откапывались. Все, ребят, давайте, давайте. Я вас люблю. Счастливо. Давайте, я вас люблю. Будем, давайте. Давайте, ребят. Так, обожди, я ты не прав, выйти вы сейчас. Все, давайте. Спокойно. А он уже почти уже как я, грубо говоря. Вот когда я был еще совсем недавно, потому что так быстро все время бежит, и вот я вот это. У меня в этом году тоже юбилей 55 будет. Ну это такой половинчатый юбилей. Половинчатый, но все равно. Ну да, ну да, ну да. Я не хочу вот этого. Мне это неинтересно. Мне важно, чтобы друзья были. Пойми правильно. Димочка, я не зря тебя пригласил. Я тебя очень уважаю. Поверь мне, я очень уважаю тебя. Вот. Я, более того, я тебе сейчас скажу, я тоже не наказываю такую вещь. Ребят, можете меня поздравить, я даже за это готов выпить, между прочим, с вами. Меня, наконец, вот у меня клип, который старый, забытый песни, то, что я сделал, 40 минут и клип. Смотрело больше 100 000 человек. А тебя всего лишь, извини, там 3000 смотрят. А меня больше 100 000. Но это не говорит о том, что это хорошо, Боря. Это не говорит об этом, поверь мне. Но мне все равно приятно, понимаешь, что все-таки посмотри. Я добил. Твои клипы будут все смотреть, поверь мне. Но это, но время должно. Мне вот, можно да, сейчас такую вещь. Мы когда с Борькой сидели 3 дня назад, он говорит, а мне, говорит, приятель сказал такую вещь, говорит. Мы будем знамениты, когда нас не будет. Я говорю, он правильно тебе сказал, так всегда и бывает. Правильно, Игорюк? Так всегда и бывает. Так, но мы же не виноваты в этом, Борь. Ну кто, я что ли в этом виноват? Так в жизни бывает, Боренька, так бывает в жизни, да. Бывает так. На 20 лет. На 20 лет Оля моложе. У нее дети, извини меня, сколько тебе? Дети маленькие вообще, молодец. Вот и Рудик. Ну сейчас же уже не маленькие. Вот, Игорек, я от вас учусь, я учусь от вас, все. Я у вас учусь этому. Так надо было еще детей завести. Да, вот я заведу еще, я заведу детей, боже мой, запросто заведу. Это надо просто вот это все, надо как-то понять, понимаешь, надо въехать в это все. Я учусь у вас. Жалко, Решетников не приехал. Решетников тоже молодой. Он хотел, но он уже позвонил, вот, но какие-то проблемы были. Ну бог с ним. Несмотря на то, что доцент. СЗПИ. Несмотря на то, что это СЗПИ. Я не СЗПИ доцент, ну ладно. Как? Ну, политехникум, да? Северо-западному. Политехника, нет? Или СЗПИ? Я никогда с СЗПИ не имел отношения вообще, честно. Я, извини меня. Ну послушай так, меня, налейте мне шампанского, потому что я не могу. Когда мне рассказывают, чего нет, я не понимаю. Никогда в СЗП не работал. Я никогда не работал, никогда в СЗП не работал вообще. Я окончил завод в ТУЗ при производстве мнения металлического завода ЛМЗ. Ну да. После этого я работал в Автузе, после этого я работал в Литмо, институт механики и оптики работал много лет, 17 лет Литмо отработал, лучший компьютерный вуз страны. Тихо. И потом я вернулся в Автуз опять, вернулся в Автуз с турбинами опять. Но это не СЗПИ, это разные вещи абсолютно. Да. Ну не обижайся на меня, но я просто тебе расскажу, как это было на самом деле. Давайте, давайте, Димочка, давайте. Ребята, я вас люблю, серьезно, я... Мне, вы мои самые... Поверьте, ребята, я вот...